вас приветствует waterlily.ru и наш канал про нимфеи. Сейчас конец ноября, 26 число. Вот, хочу показать состояние питомника. Лед уже встал, пока не проверял его, но думаю, сантиметров 5-6, не более. Вот. Сейчас посмотрим состояние, что творится у нас. Парниках. Снега еще достаточно мало, правда, сегодня обещают метель. Сейчас постараюсь открыть дверь, посмотреть. Снега мало, дверь открылась хорошо. Вот. Тут лед немножко встал, совсем, наверное. Ох. Пол сантиметра где-то. А вот тут к центральной, к центру ближе, льда еще совсем нету. Недельки через две тут лед станет. Даже зачатки бутона еще не расцвешивала. Бутончики есть. Листву эту всю буду весной убирать с очком. В принципе, я доволен, что лед еще не стал. Другие не пойду смотреть. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.